Концертные номера чередовались с веселыми, а иногда и поучительными играми. На Театральной площади сегодня побывали тысячи анапчан и гостей города-курорта. Почти все взрослые с детьми. У Владимира Мартынова четверо. У старшей дочери сегодня день рождения. Поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе здоровья, счастья, благополучия, чтобы ты радовала родителей. Люблю тебя. Семья приехала из подмосковного города Электросталь. В Анапе проведут около месяца. Нравится то, что здесь у вас очень много парков, аллей. Для детей развлечений очень много. Море пока что еще, конечно, не теплое, но сам воздух полезный для здоровья. Работали самые разные интерактивные площадки. Можно было сыграть в шахматы, приобщиться к литературе или даже живописи. Любой желающий мог нарисовать человечка, любимого героя. После того, как фрагмент закончен, рулон поворачивали. Акция называется «За жизнь». Вечером 100-метровое полотно развернули, чтобы получился символический хоровод. Мы призываем молодых женщин и мужчин, молодые семьи, заводить детей, не бояться этого чуда, оставлять, сохранять жизнь еще нерожденным деткам. Для начинающих художников праздник – хороший повод для практики. Они делают зарисовки тех, кто гуляет напротив. Это не портреты, просто наброски. На одну фигуру у Аллы уходит примерно по 5-10 минут. Все-таки праздник, много людей, многие из них стоят, что позволяет их быстро зарисовать. Чем больше рисуешь, тем у тебя повышается качество рисунка. То, что не так просто передать на холсте или бумаге – настроение первого дня лета на главном детском курорте страны. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.